Добрый вечер. Добрый вечер. Перед вами сегодня выступает группа «Громыко». Презентация нашего проекта группы в Санкт-Петербурге. Ну, что еще сказать? Сей. Все хорошо? Слышно? Те, кто знает уже, все слышно? Следующая композиция антифутбольная. Начнется.
метание копьем. Метание копьем. Метание копьем. Метание копьем. Следующая тема касается нас всех периодически. Телефоны выключите. Делали ему торцы.
небо прилететь. Музыка может быть не танцевальная, но я думаю, что можно придумать что-то. Ваша задача придумать. Раз. Вышел из тушек, зачем мне все это нужно? Здесь тушно и скучно, может быть, когда-нибудь мы встретимся опять. Вышел из ванной, зачем мне все это надо? Здесь влажно и странно, да и в этой ванной никому руки подать. Вышел из холла, неотразимо голым. Здесь пепси и кола, но от вас какой-то холод или холодец. Я вышел из душа, зачем мне все это нужно? Здесь душно и скучно, может быть, когда-нибудь мы встретимся опять. 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 Ла-ла-ла-ла-ла. Следующая песня. Мы сегодня приехали из Пскова, и нас в этой поездке все время сопровождает Пушкин. Здесь, соответственно, в этом месте тоже. Wow.
Меняются узоры из мотивов расписных. Купить разные подковы из корней седых. Наш орнамент долговечный, он среди лесов и рек. На просторах бесконечных здравствуй, человек. Пушкин, Шишкин, Мышкин, ла-ла-ла-ла-ла. Пушкин, Шишкин, Мышкин, ла-ла-ла-ла-ла. Несравненные рельефы, сталагмитов уголы. И повсюду снега эфы на бровях пустых. Чудотворная ливнина вдоль лихих дорог встает, и пушистая пенина в облаках живет. Пушкин, Шишкин, Мышкин, ла-ла-ла-ла-ла. Пушкин, Мышкин, ла-ла-ла-ла-ла. Сколько нам открыток чудных, гений просвещения дал. Опыт сын ошибок трудных, их же и собрал. На огромных, на просторах, много хитрых сыновей. На экранах, мониторах и в сердцах людей. Пушкин, Шишкин, Мышкин, ла-ла-ла-ла-ла. Пушкин, Шишкин, Мышкин, ла-ла-ла-ла-ла. Пушкин, Шишкин, Мышкин, ла-ла-ла-ла-ла. Пушкин, Шишкин, Мышкин, ла-ла-ла-ла-ла. В данной песне имеется в виду. Мышкин не персонаж литературный, а известный вратарь. Можно чуть-чуть, может, монитор чуть-чуть добавить? Добавьте немножко чуть-чуть в монитор меня. Ольга. Ольга. Добавьте меня в монитор. Зайчик мой,
Мишка, братишка, дорогой, Мишка, братишка, зайчик мой. Ой, 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 ой. Зайчик мой, тигрик, эксигрик, дорогой, тигрик, эксигрик, зайчик мой. Ой, 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 ой. Охота на большого зверя. Надеюсь, не устали еще. Кто устал, можете заправиться. Заправлюсь. Даже когда я не пьяный, это бывает со мной. Даже когда я в нирване, это бывает со мной. Когда я лежу на диване, это бывает со мной. Сидя в наполненной ванне. Бывает со мной и за игрой на баяне. Это бывает со мной, когда подхожу к фудзияме. Это бывает со мной с сигарой на пляже в Гаване. Это бывает со мной экскурсию на Пуритане. Бывает со мной
на чердаках возостане. Это бывает со мной в борьбе между инем и янем. Это бывает со мной на встрече втроем в Тегеране. Это бывает со мной на мировом океане. Одно из направлений в нашем творчестве – хардкор. Извините, твисткор. Твисткор. Прошу прощения. Следующая песня, любимая песня петербургских геологов. И посвятим эту песню Алисе Волковой, у которой вчера был день рождения. Поздравляем. Поздравляем от всего сердца. Можете потанцевать даже, это медленный танец. Раскудрявилась кудря, разразилась роза. Не расстраивайся зря, вырастет береза. Растянулась тяга, расклешилась клешня, зацвела коряга. По устовски пьянки пришли погулять на природу. Московские пьянки пришли погулять на природу. Расфуфырилась фуфа, распихталась пихта, разухабилась уха, выходи из лифта. По-устовски пьянки пришли погулять на природу. Паустовские пьянки пришли погулять на природу. Пришли на природу погулять, погулять. На природу погулять, пришли на природу погулять, погулять. На природу погулять, пришли на природу погулять, погулять. На природу погулять, пришли на природу погулять, погулять.
Надо погулять, вышли. Раскарманилась карман, разлепилась липа, разгермолилась герма. После спячки встань, засыпа, по-устовски Бианки пришли погулять на природу. Паустовски Бианки пришли погулять на природу. Вышли на природу погулять, погулять, на природу погулять. Вышли из народа погулять, погулять, из народа погулять. Вышли на природу погулять, погулять, из народа погулять. Вышли на природу погулять, погулять, из народа погулять. Вышли. Есть предложение, кому интересно, есть предложение поучаствовать в создании клипов на разные песни на наши. Какие бы вам понравились, не знаю. Может, конечно, ничего не понравилось. Ну, в частности, предложение Алексею Федяку, если он примет. Можно в разных материалах совершенно. Кто-нибудь вяжет из вас? Вязаный клип, кстати, это еще не было такого. Надо занять нишу. Рынок вязаный. Вы катались. Еще я такое найду,
и все может лишь это присниться. Посмотри, пишет вязью ландшафт, и парит большекрылая птица, и широкий я делаю шаг, чтоб хрустальной воды мне напиться. Мы примись, дорога, помни, дурак, не задавайся вопрос, что делать. Мы примись, дорога, помни, дурак, не задавайся вопрос, что делать. Подарила природа запас нам бескрайней родины нефти, несгранённый чистейший алмаз, а сестру мазнуть крайней сети. Мы примись, дорога, помни, дурак, не задавайся вопрос, что делать. Мы примись, дорога, помни, дурак, не задавайся вопрос, что делать. Выпрямись, дорога, полный дурак, не задавайся вопрос, что делать. Выпрямись, дорога, полный дурак, не задавайся вопрос, что делать. Выпрямись, дорога, полный дурак, не задавайся вопрос, что делать. Выпрямись, дорога, полный дурак, не задавайся вопрос, что делать. Так, давай. Вы катались когда-нибудь на лошадях? Хорошо топит у вас в клубе. Управляющая компания или ТСЖ?
смеются соседки, а потом происходят новые образования. Образования. Подожди, ты не... Чё ты... ну, можно сказать, песня дальнобойщика. Уже можно? Сейчас, подожди. Чё ты торопите-то, блин, какого хрена? Чё вы торопитесь? Скажи тогда, когда? Уже можно? Не надо так говорить. А как надо? Ну всё, помолчи. Да, теперь да. Гениальна простота, как удивительно
же внешность ты подарила мне, когда ты подарила мне святую нежность. Это тепло, ты подарила мне это тепло, ты подарила мне это тепло, ты подарила мне это дизель, это тепло, ты подарила мне это тепло, ты подарила мне это тепло, ты подарила мне это дизель, кому-то годы и века. Иногда что-то прерывается. Может, ну, со шнуром что-то. Ну ладно, что. Продержимся. Так. Все. Не надо, тише, не делай. Пусть лучше прерывается. Thank you.
играй-ка, батюшка, на кривой метле. Здравствуй, моя бабушка, скатится обратушка, валенки, товарищи, 21 век. Шаляты великий человек. Ну нафиг их всех. Шаляпин, великий человек. Ну нафиг, ну нафиг их всех. Варварушка, вытри аватарушку, надевай-ка платьишко, бал на корабле. Братушка и Иванушка, доставай баранушки, медный самоварушка ждет нас на столе. Шаляпин, великий человек. Ну нафиг, ну нафиг их всех. Шаляпин, великий человек. Ну нафиг, ну нафиг. Вы катались когда-нибудь на лошадях и, наверное, были в прериях и читали, конечно, Фенемора Купера и стреляли левой рукой из-за спины. Вы когда-нибудь грабили поезда золотом
теперь дружить с койками течем. Протаенными тропами уходили в Канаду, помогали шерифу найти беглеца. Индейцы, ковбойцы, резиновые из ГДР. Индейцы, ковбойцы, остались от папы времен. Когда-нибудь были последним из магикан. И втроем, вчетвером, впятером отбивались от тысячи. Безусловно, на Дина Рида хотели похожим быть. Помогали французским войскам давить англичан. Индейцы, ковбойцы, резиновые из КДР. Индейцы, ковбойцы, остались от папы. Какой сегодня праздник? Вы знаете, какой сегодня праздник? Thank you.
краях саванны пасутся тапиры, и антилопы гнул, еще раз загнул. Копытом бьют зебры, жирафы тянут шеи, а слоны дуют трубы. Мужчина моего начальника, мужчина моего начальника, мужчина моего начальника. Он чуткий, он знает, как тебя зовут. Моего начальника, мужчина моего начальника, мужчина моего начальника. Он милый во всем, во сне и наяву. Скорость гепарда и страусиные ноги спорят за первенство, очень эффектный сюжет. И даже колибри, и всякая живность такая хочет существовать без всяких коллизий. Е-е, мужчина моего начальника, мужчина моего начальника, мужчина моего начальника. Он четкий, я сына так и назову. 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 Спасибо. Ну и, наверное, последняя вещь. Питаешься, какую книгу ты читаешь на ночь? Что ты любишь, чем увлекаешься? В философских разговорах кого кладешь навзничь? Мирный атом, мой знакомый патологоанатом, человек ко всему привыкает, ребята. Мирный атом, мой знакомый патологоанатом, человек ко всему привыкает, ребята.
завтрак. Что ты слышишь? Чем наслаждаешься? Какую песню ты напеваешь в ванной? Мирный атом, мой знакомый, патологен анатом. Человек ко всему привыкает, ребята. Мирный атом, мой знакомый, патологен анатом. Хотелось бы, чтобы вы не привязывали нас напрямую к этому человеку, хотя с большим уважением к нему относимся. Хочу воспринимать группу Громыко как какую-то субстанцию громыхающую. И, может быть, в следующий раз мы повесим какой-нибудь другой портрет. Абстрактный, да, какой-то, неважно. То есть поймите верно. Спасибо большое. Группа Громыко, Петрозаводск. Ну, надеюсь, не только Петрозаводск. Спасибо. Спасибо Кирюше, спасибо. Спасибо Ольге. Ольге одной, Ольге другой. Всем спасибо. Парни, давайте... Спасибо.
А что хотите-то? По очереди только. Не, не надо. Еще раз. Еще раз. Или мы сами решим. Первую, конечно, мне тоже кажется, что первую. Копьем и еще метнем. Спасибо, что пришли, поддержали. Если есть у кого-то возможности, то зовите на какие-нибудь фестивали. Приедем с удовольствием. Это нам нужно. Спасибо.